Одним из важнейших вопросов, требующих ответственности и пристального внимания, является городское благоустройство. В Бресте круглый год ведутся масштабные работы по прокладыванию новых дорог, приведению в порядок дворовых территорий и капитальному ремонту жилищного фонда. Все вышеперечисленное направлено на достижение благоприятных и безопасных условий жизни его жителей. Согласно подпрограмме 4 «Ремонт жилья» государственной программы «Комфортное жилье и благоприятная среда», одним из целевых показателей является ввод общей площади жилых домов после капитального ремонта. Не менее 3% от обслуживаемой площади, что по городу Бресту составляет 106,5 тысяч метров квадратных в год. На 2023 год утвержден текущий график проведения капитального ремонта и запланировано ввести площади в количестве 140 тысяч метров квадратных. Всего в перечне по капремонту домов и общежитий на 2023 год было утверждено 36 объектов. По состоянию на июль после капитального ремонта введено уже 10 жилых построек. Среди них дом на улице Мопра 8, которому более 40 лет, и он нуждался в обновлении. Сегодня здесь все работы завершены. Был сделан капитальный ремонт кровли, ремонт стыков стеновых панелей, замена оконных дверных блоков в местах общего пользования, заменены все инженерные сети по подвалу, выполнена плиточная отмостка, вот, и окрашены бетонные конструкции фасада дома. Вот, то есть то, что мы видим, это все свежее. 43 года было, вот, уже 44-й пошел. Сделали все. И громоотводы, все, и трубы газовые поменяли, все. Я довольна, я никогда не нос не вешаю. Окна, решетки поставили на окнах, везде. И все, дверь поменяли, ту пластиковую поставили. Ну, ничего, нормально. Второй дом, на который приехала наша съемочная группа, находится на ГОБК-64. Ремонт был начат в апреле, и сегодня дом полностью преображен. Остались лишь работы по благоустройству прилегающей территории. Но при проведении ремонтных работ в этом здании была особенность. В основном это стандартный состав работы, где-то плюс-минус могут быть отклонения, опять же, по результатам дополнительных детальных обследований. Как в нашем случае явилось это усиление балконов. В ГБК-64 здесь немножко отклонение пошло, потому что здесь все балконы 100% усилялись. А так это виды работ, это значит ремонт кровли, ремонт водосточной системы, замена окон в местах общего пользования, замена инженерных сетей по подвальным помещениям, вода, отопление, замена электросетей. На данный момент из предварительно определенной территории, на которой проводится капитальный ремонт, уже практически закончена половина – 45 тысяч метров квадратных из 106 тысяч. Основная часть работы и ресурсы направлены на летний период, так как в будущем погода может сложиться неблагоприятной для продолжения работ. На данный момент процесс благоустройства только набирает обороты. Владислав Подоровский, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович. Новости Бреста.